Доброе утро, ребята. Доброе. Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Заключительный торговый день этой недели. Хорошая, конечно же, новость. Впереди выходные. Но еще нужно пережить сегодняшнюю торговую сессию, поскольку событий будет очень много и довольно-таки интересных. Традиционно начинаем с анализа российского рынка, рубля и поведения нефти. Рубль открылся буквально несколько минут назад. И если вы посмотрите на графики, сможете увидеть то, что по сути ситуация не меняется. 50 рублей против доллара – это тот рубеж, который удерживается и на текущий момент. Посмотрим на нефть параллельно на Brent и увидим то, что последние торговые сессии являются восстановительными для энергоресурса, главного ресурса экспортного России, и, соответственно, рост цен на нефть оказывает пока локальную поддержку рублю. Что касается перспектив национального валютного актива, в последнее время мы довольно-таки много внимания уделяем тем действиям, которые предпринимаются центральным банком, направленным как раз на сдерживание чрезмерного роста и укрепление российской валюты. Вы помните, что буквально неделю назад Центральный банк сообщил о инициативе покупать валюту на внутреннем рынке для того, чтобы пополнить золото-валютные резервы. Помните, ребят, это действие? На какую сумму? Да, это максимальная планка объявленного диапазона 200 миллионов долларов. Если посмотрим, как обстоят дела сейчас, то примерно четверг-пятницу на 200 миллионов было куплено, прошлой неделе понедельник-вторник тоже примерно 200 миллионов, среду точно не помню, знаю, что в четверг около 180 миллионов. В целом получилось, что за неделю валюты было куплено на 1 миллиард, и в целом, наверное, если оценить масштабы ликвидности на внутреннем рынке, наверное, как мы уже и говорили, эти объемы недостаточны для того, чтобы поспособствовать укреплению, точнее ослаблению российской валюты. А в целом хочу отметить, что попытки Центрального банка, направленные на сдерживание роста рубля, будут продолжены. И буквально в среду Центральному банку присоединилось другое ведомство, Министерство финансов, которые также сообщили о том, что они будут увеличивать покупки валюты для финансирования будущих расходов, в том числе связанных с выплатой по внешнему долгу. На текущий момент львиная часть долгового обязательства, которое приходилось на 2015 год, практически исполнена. Поэтому, если мы оценим сумму, которая осталась для погашения до конца 2015 года, что касается госдолга, это около 2 миллиардов долларов. Поэтому можно сделать вывод о том, что для Минфина как раз 2 миллиарда будут целевым ориентиром, на который они продолжат смотреть и в рамках которого будут осуществлять покупки на рынке. Но один факт, то что Министерство финансов, в отличие от Центрального банка, покупают валюту не на открытом рынке, а через бюджетные операции. Поэтому прямого воздействия, конечно же, на курс мы, наверное, все-таки и не увидим. Но очень важно, ребят, чтобы вы понимали, если Центральный банк закупает сейчас валюту для формирования золото-валютных резервов, для пополнения российских запасников, если Министерство финансов сейчас покупают валюту для финансирования будущих расходов, какой можно вывод сделать из этого? На самом деле вывод очень простой. Министерство всерьез обеспокоены масштабами возможной девальвации рубля. И текущая возможность – это набрать валюту, необходимую для исполнения обязательств, по более комфортным и приемлемым ценам. Я считаю, что вам нужно обязательно делать факт на то, что сейчас происходят такие действия. Сейчас мы наблюдаем соответствующие шаги со стороны монетарных властей. И это в целом связано, с одной стороны, с тем, что Центральный банк и монетарные власти действительно сейчас хотят противостоять росту рубля. Но с другой стороны, это также связано и с ожиданиями, возможно, серьезной девальвации российского валютного актива. Что касается локальных факторов, то в качестве таковых, если опять же посмотрим на динамику российской валюты. Вчера вы помните, что торговая сессия была открыта таким легким ослаблением рубля. Максимум был 50-30. Это было связано с комментариями Центрального банка о том, что они в ближайшее время могут увеличить объемы валютной интервенции. Но пока, скажем, дальше слов не последовало. Это было
похоже больше на вербальную интервенцию. Мы не увидели по факту увеличения программы интервентных действий со стороны Центрального банка, но на самом деле готовимся к тому, что в случае и при реализации сценария еще большего укрепления российской валюты, Центральный банк начнет покупать валюту более агрессивными темпами и в гораздо больших объемах. Поэтому 200 миллионов может оказаться даже, скажем, уже нижней планкой того коридора и диапазона, который будет заложен в основу покупки на внутреннем рынке. Что касается локальных факторов, то опять же про нефть мы с вами сказали. Сейчас трейдеры продолжают обращать внимание еще и на локальную статистику. В среду был опубликован отчет по запасам нефти США. Думаю, вы посмотрели по факту цифры, какие мы увидели. Уже третью неделю снижение, но снижение такое лайтовое, незначительное. Минус 2 миллиона баррелей – это не очень много, поскольку, напомню, что если отмотать на назад на 3 недели, получается, что тогда запасы росли на какую сумму в среднем, на какой объем? В общем, большой. 8-9, мы видели даже пару недель, констатация факта увеличения запасов свыше 10 миллионов баррелей. Поэтому в целом запасы солидные, существенные, и это по-прежнему позволяет нам руководствоваться идеей избыточного предложения, что на фоне сниженного спроса является фактором потенциальной разгрузки нефтяного актива. Это долгоиграющая фундаментальная инвестиционная идея. Я думаю, что она еще скажется в динамике актива, тем более, что очень много инвестиционных банков по-прежнему не меняют свои прогнозы, цели по нефтяному активу, в частности по Бренту, обозначая возможность просадки ниже 60 долларов за баррель. Мы делаем ставку на даже еще большую коррекцию. И еще локальный фактор поддержки для рубля – конец месяца. А в конце месяца что традиционно характерно для российского рынка? Все правильно, налоговый период. Понедельник следующий, платежи по НДСу и НДПИ, поэтому можно сделать вывод о том, что сейчас экспортеры запасаются рублевой ликвидностью для того, чтобы исполнить свои обязательства по выплате этих налогов. После того, как платежи пройдут, снова обратим внимание на краткосрочные факторы и факт также очевидных действий Центрального банка, направленных на ослабление рубля. Наша цель, ребят, по доллар-рубль на каком уровне? 55, туда пока и смотрим. Идем дальше. Европейская валюта. Тут, наверное, прежде чем перейти к обозначению текущей динамики и перспектив по основным валютным активам, стоит сказать пару слов про самое важное фундаментальное событие этой недели. Конечно же, события среды и публикация протоколов последнего заседания комитета по открытым операциям на финансовых рынках США. Что было интересного по факту протоколов? Наверное, стоит уже констатировать, что оказались они не такими интересными, как, может быть, закладывалось в ожиданиях рынком. Но в целом из интересных формулировок, хотя, может быть, для кого-то они совершенно неинтересны, но в целом сейчас обозначу. ФРС и представители монетарных властей США сделали акцент на том, что, учитывая последние слабые макроэкономические данные, повышение ставки в июне маловероятно. В принципе, наверное, это самое важное сообщение, которое прошло белой нитью через все комментарии ФРС, и это, наверное, единственную риторику и, скажем, информационная составляющая, которую нужно усвоить по факту публикации протоколов. Что касается темпов экономического роста, то да, ФРС сделал ставку на то, что сейчас темпы экономического роста оставляют желать лучшего, сослались опять на слабую статистику первого квартала, но снова вспомнили те самые исторические прецеденты, на которые мы с вами также обращали внимание. То, что первый квартал для американской экономики вот уже несколько лет является таким уже систематически слабым периодом. Но последующие кварталы, они создают условия для разгона темпов экономического расширения. В принципе, то же самое констатировали и голосующие члены монетарного кабинета. И еще важный момент, который также я считаю обязательно нужным отметить для вас, то, что из всего монетарного руководства, если опять же рассмотреть именно динамику голосования касательно того, готова ли еще американская экономика к тому, чтобы увидеть повышение процентной ставки, трое представителей ФРС высказались за то, что готово. И может быть, но они, конечно же, не получили большинства, но в целом вы должны понимать, что есть позиция, предполагающая, что в рамках ФРС есть представление о том, что
американская экономика готова к повышению процентной ставки уже в июне. Разумеется, сейчас мы говорим уже по факту голосования, но в целом то, что есть два полярных, скажем, мнения, даже в рамках американского мегарегулятора, это по-прежнему представляет интерес для потенциального роста на доллара, поскольку конкретики нет, а значит, мы можем продолжить спекулировать на тему, все-таки, когда же мы услышим о самом важном решении для финансовых рынков за последние несколько лет. Сейчас консенсус прогноз уходит на даже конец 2015 года, но еще раз напомню, что очень много было спекуляций на тему подобных решений в июне, значит, июньское заседание у нас будет весьма живым и весьма интересным. И судя по динамике американской валюты, особенно против иены, доллар не хочет сейчас особенно уступать, скажем, лавре лидерства инструментам и прежде всего своему защитному оппоненту, японскому активу. И продолжает находиться выше 120 долларов за иену, а мы с вами делаем ставку на возможность возвращения пары к какому рубежу, ребят? 122 – это наша краткосрочная цель. Перейдем теперь на европейскую валюту. Неделю евро начал с активной разгрузки. Также в среду мы уже объясняли причины, с чем это было связано. Повторю, что основной эффект разгрузочный на евро оказали комментарии представителей Европейского центрального банка о том, что в ближайшее время ЕЦБ может увеличить программу выкупа активов, стать более агрессивно покупать ценные бумаги. И под ближайшим временем подразумевались даже сроки, может быть, конец этого месяца, но я думаю, что вряд ли, ну или, по крайней мере, июнь. Интересное сообщение. Соответственно, сегодня нужно обязательно последить и посмотреть за комментарием руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, поскольку сегодня назначено его выступление и конференция. И я думаю, что он обязательно коснется комментариев о своих коллег, прояснит ситуацию и окончательно скажет, нуждается ли экономика еще в дополнительных экономических стимулах. Но сам факт того, что может быть сделан акцент на более агрессивный выкуп активов, я считаю, что можно расценивать как потенциальный фактор неплохой разгрузки для европейской валюты. Что касается других макроэкономических отчетов, сегодня у нас еще данные бизнес-ожидания, индикаторы уверенности по Германии ИФА. Опять же, давайте вспомним, какой отчет мы наблюдали и анализировали в понедельник. ЗЮ – это, в принципе, такая же статистика. В понедельник она оказалась удручающей, поэтому уверен. С 90% вероятностью могу сказать, что и сегодня ИФА вряд ли смогут подтолкнуть трейдеров, скажем, к покупкам европейской валюты на фоне, возможно, ожидаемых хороших данных по экономике Германии. Думаю, сегодня будет такая же слабая статистика. И еще более, наверное, важный макроэкономический отчет – это данные по инфляции в США. Будет опубликован уже ближе к вечеру. Напомню, что индекс потребительских цен является одним из определяющих фундаментальных статистических релизов, поскольку ФРС ориентируется на данные по инфляции точно так же, как и на стабильность американского рынка труда. И если рынок труда, рост заработных плат и инфляция будут указывать на сохранение восстановительной тенденции, значит, у ФРС будут развязаны руки в потенциальной решительности по повышению процентной ставки. Если посмотреть на прогнозы, откройте экономические календари, там на самом деле все в принципе без изменений, но я думаю, что сегодня мы сможем увидеть сюрприз позитивного свойства для доллара, поскольку последние данные по индексу цен производителей и факт, скажем, восстановление цен на нефть, которые мы наблюдали в последние месяцы, могут поспособствовать тому, что цены начнут понемногу расти. И эта статистика сегодня нам подтвердит, каких же параметров в итоге ожидать от данного отчета. Но в целом, если мы увидим хотя бы просто намек на то, что есть тенденция, легкая тенденция восстановления инфляционного давления, для доллара это может послужить очень хорошим сигналом для роста и, наконец-таки, позволит ему все-таки больше приблизиться к той цели, которой мы придерживаемся очень давно по паре доллар-японская иена. Еще раз напомню, это цель 122. Европейская валюта, поскольку мы ожидаем конференцию Драги, мы ожидаем намеков о необходимости новых экономических стимулов, мы ожидаем еще и слабую статистику. Я думаю, что евро-доллар все-таки сохраняет потенциал для коррекции в район 1.10. И еще один фактор, о котором не стоит, конечно же, забывать, это Греция, ребят. Сегодня у нас какое число?
22-е. То есть, по сути, до 1 июня остается 8 дней, 8 полноценных дней. Все меньше времени. А 1 июня у нас что в плане Греции? Да, все верно. Очередная выплата перед Международным валютным фондом на сумму в 1,6 миллиарда евро. И уже точно известно, если до этого времени тройка международных кредиторов не разблокирует транш кредитных ресурсов практически на сумму в 7 миллиардов евро, Греция не сможет исполнить своего обязательства. Если Греция не сможет исполнить обязательства, это основание для дефолта и снова прежних разговоров о том, что не стоит ли создать условия, либо не стоит ли констатировать ожидание вообще выхода Греции из состава валютного блока. Поэтому это еще один негативный фактор для евро. Если кто-то, вопреки общей фундаментальной картине, сейчас делает ставку на рост главного валютного риска, нужно быть более осмотрительным и понимать, что указанный фундаментальный фон может сыграть, скажем, очень плохую шутку с трейдерами, которые неправильно сейчас оценивают перспективы евро-доллара. Еще пару слов, ребят, про фунт. Также в последнее время весьма волатильный, интересный актив. Если посмотреть на текущее значение фунта против американского конкурента, у нас снова стремится в район 1,58, что же способствовало росту британской валюты. В среду, помимо протокола ФРС, вышли еще протоколы заседания Банка Англии. Здесь нужно сделать вывод о том, что все 9 голосующих членов проголосовали за то, что ставка должна быть оставаться на минимальном уровне, рекордном минимуме 0,5%. Но комментарии после уже публикации протоколов со стороны монетарного руководства предполагали, что Банк Англии надеется все-таки получить поддержку со стороны экономики в плане разгона индекса потребительских цен. Я не знаю, чем они руководствуются, поскольку мы уже неоднократно с вами приходили к выводу о том, что оснований для роста индекса потребительских цен и, соответственно, инфляционного давления нет и в помине в рамках этой экономики. Если нет оснований для роста индекса потребительских цен, значит, о повышении процентной ставки, мягко говоря, можно забыть и убирать это событие на 2017 год. Сейчас удивительно, что фунт на фоне подобных выводов, умозаключений и вообще на фоне последней статистики продолжает расти. Поэтому в целом это еще раз подчеркивает тот факт, что сейчас трейдеры могут, скажем, преувеличивать способность ухода от потенциальных рисков. И вам я рекомендую все-таки делать ставку и прекрасно понимать, что фунт может из растущего актива очень быстро превратиться в потенциальные аутсайдеры. И начало этой недели показало, насколько быстро эти изменения могут реализовываться на рынке, поскольку к среде мы видели, что пара достигала уровня даже 1,55. В подтверждение моих слов еще хочу сказать вам, точнее снова обратить ваше внимание на последние данные по инфляции. Кстати, помните? Дефляция, да, впервые с 1960 года, минус 0,1%. И на фоне этой статистики Банк Англии продолжает заверять, что у них все шикарно. Интересно. Ну, в принципе, Банк Англии, наверное, как и любой регулятор, не может констатировать и признавать проблемы. Но я советую все-таки руководствоваться не их комментариями, а более четкой фундаментальной оценкой перспектив экономики в целом и, соответственно, национального актива. Ясно? Вопросы есть, ребят? Есть? Тогда большое спасибо за внимание. Соответственно, ждем вопросов на нашем официальном канале о маркете. Составляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания.